Вот, как говорится в жизненной книге жизни, что тогда Иегова вывел нас из Египта с помощью силы протянутой руки. Дал нам эту землю. Тоже так. Самое удивительное, что когда ты просматриваешь в своей жизни нравоучения и так далее, то получается, ты задеваешь истину, правильно? Но не это главное, что я хотел вам объяснить. Главное объяснить то, что мое тело подверглось, мое все потомство. Если хоть один с 2010 года допрашивал хоть одного агента ЦРУ, FBI, National, Interpol, вы будете расстреляны. Потому что я ступил на эту землю 2010 в апреле. Это агентство мне должно. Не вам, ребята. Или вы рассчитаетесь со мной, дав мне 19-летнюю дочь, или пойдете под расстрел. Да хотя бы один допрос CIA. Вы глобальный мир, поняли? Нормально, тихонечко взяли и всосали.